прошлом бою встречались Огнеброн и Смутьян. И в этой водной битве победителем оказался Смутьян. Он выдержал все залпы Огнеброна. Между драконами завязался ближний бой. И тут размер и бивни Смутьяна сделали свое дело. Но это была трудная победа. Смутьян зарабатывает 2 очка и занимает 3-ю строчку турнира. А Огнеброн все еще без побед. Сегодня в бой между собой вступят 2 дракона смерти. Вопль и Красная. Вопль смерти. На сегодня это лидер турнира. У него пока нет поражений. Но может сегодняшний соперник сможет победить Камнееда. Красная смерть. Огромный дракон, представитель класса кочегаров. Проиграл Искрилу и Смутьяну. И сегодня битва с Воплем очень важна для нее. Начинаем битву. Оба дракона не зря получили свои смертельные имена. Они очень опасны. Но кто же из них опаснее? Кто же из них сильнее? Давай разберемся, и в конце видео ты проголосуешь за того дракона, который сильнее. Вопль смерти, меньше по размерам. Я сейчас не буду смотреть на размеры драконов на сайте «Как приручить дракона». Я сравниваю их по мультфильму. Вопль может проглотить рыбьи ногу вместе с Громилем. А вот рыбьи ног рядом с Красной смертью бьет ее дубиной по глазам. Видишь, какая разница в размере драконов? Но Вопль уже одолел Смутьяна, поэтому размер дракона для него не имеет значения. Но может быть, у Красной смерти есть такое оружие, которое сможет победить Вопля? Но давай по порядку. Оружие Вопля – дезориентирующий крик. Но навряд ли он подействует на Красную смерть. Для обычных драконов крик Вопля действительно может быть воплем смерти. Но для такого большого и мощного дракона, как Красная смерть, он может оказаться всего лишь писком смерти. Согласен, он может повлиять, но он не будет эффективен. Я думаю, Воплю стоит использовать другое оружие против Красной смерти. Залпы Вопля. Грозное оружие. Взрывающиеся огненные шары, причем неограниченные. Смогут они пробить кожу Красной смерти? Смогут ли ее сжечь? Напоминаю, что королева драконов в лаве живет. Не просто прикасается к ней, а реально это ее дом. Поэтому огненные шарики для Красной смерти это вообще не проблема. А то, что они взрывающиеся, так это тоже не должно повлиять на нее. У Вопля есть еще одно оружие в запасе. Это шипы. Нет, но если, конечно, какой-то шип случайно в глаз попадет, тогда да. Красной смерти будет неприятно. Но она и с 5 глазами бой сможет продолжить. Ну а все остальные шипы, которые попадут в тело дракона, будут отскакивать от нее. У Красной смерти бронированная кожа. И последнее оружие Вопля. Это челюсти. Выбрать место на теле королевы послабее и вонзиться туда своими зубами. Именно так был повержен Смутьян. Вопль атаковал из-под земли. Неожиданно. И в брюхо дракона. Пройдет ли такая же тактика с Красной смертью? Или королева окажется проворнее Смутьяна и раздавит Вопля? Это не удалось Смутьяну, но возможно удастся Красной смерти. А что еще может королева? Как она может победить Вопля? У нее есть очень мощный огневой залп. И самое главное, что он продолжительный и обширный. Это не просто разовый огненный удар. Это огненный напалм, который сжигает все. И возможно, если кожу Вопля долго поливать огнем, то его броня может и не выдержать. А может и выдержать. Или Красная смерть может своей челюстью схватить Вопля и прокусить броню. Или отшвырнуть его в скалы. Может тогда крылья дракона будут повреждены. Или королева использует свой хвост булаву. Тоже вариант. Но надо учитывать, что Красная смерть медлительный дракон и неповоротливый. А Вопль смерти быстрее и маневреннее.
В общем, обоим драконам будет тяжело, но кто-то сегодня победит. А может быть, будет и ничья. Решать тебе. Кого ты считаешь сильнейшим драконом именно в этом бою? У кого больше шансов победить соперника и как ему достанется победа? Легко или трудно? Решай! Жми на вот такую кнопку голосования. Она находится в правом верхнем углу твоего экрана. И выбирай исход сегодняшней битвы. Следующий бой состоится в ближайшую субботу. И там будут очень интересные соперники. Это очень важная битва для драконов. Им обоим нужна только победа, чтобы приблизиться к воплю смерти. Увидимся на арене. Всем пока!